А теперь я объявляю следующего участника. Он сегодня также у нас дебютирует именно в качестве участника нашего фестиваля. Это Евгений Сучков. Евгений Сучков. Ах, я хотела взять шпаргалку, чтобы правильно его представить. Евгений Сучков. Музыкант, дворник, радиоведущий. Певец православного хора, там, Жень, что-то там еще много было. Лидер группы «Метро ВДНХ». Встречаем, Евгений Сучков. Раз, 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 да? Один, два, три, раз. А, спасибо, Света, что... Спасибо, что пригласила. Слово «лидер» рифмуется с не очень хорошим словом. О, поэтому руководитель. С каким? Руководитель слова. Вот, ну, на самом деле, наверное, сразу буду петь. Вот. Одни, я скажу по ходу, одни и те же песни. Случайности нет, а я замечаю, что все не похожи. Я не прошу у Бога дорогой мотель, места для поцелуев в лимузине, но хоть тресни. Я даже не прошу, чтоб ты легла со мной в постель. Одни и те же песни. Давай мы будем слушать одни и те же песни. Ты любишь Энигму, я люблю БГ. Хотя недавно ты сказал, что обожаешь Чачу. Раньше бы тобой заинтересовался КП. Но теперь все немного иначе. Я не вижу асфальт там, где его нет. Бежать по трамвайным путям в сторону Пресни. Я согласен, что это не жизнь. Та-ра-ра-ра. Так давай мы будем слушать одни и те же песни. Давай мы будем слушать одни и те же песни. Давай будем слушать и те же песни. Давай мы будем слушать одни и те же. Спасибо. Ну, в принципе, ты это про меня все сказала. Вот я не знаю, что еще добавить. Ну, да, работал радиоведущим 3 года на радио «Удача». Вот, но я рад, что я там сейчас не работаю. То есть собственная свобода гораздо интереснее. Следующая песня будет называться «Город, в котором живешь ты». Жизнь только темные пятна,
лицом в небо осилит ведущий. Можно кричать о любви, сжигая при этом мосты. Все как в тумане, вокруг сумрак сущий. Но город спасется, в котором живешь ты. Город спасется, в котором живешь ты. Я выпью вино, но не стану пьянее. Нам мешают стакан.
светом такси, исчезающий мрак. Иногда я пою, чтобы скрасить чей-то рассвет, чтобы кто-то заметил, что это именно так. Спасибо большое. Я даже еще раз сыграю, да, подключение. Композиция. Я просто музыкой 22 года уже занимаюсь. Начал в 14 лет, сейчас мне 36 уже практически. Вот. И в 96 году у меня был записан сольный альбом, который назывался «Высоко над землей». Он потом случайно был уничтожен. Вот я сейчас эту композицию сыграю, которая называется «Высоко над землей». То есть есть песни, которые не стыдно петь и спустя масса лет. Я считаю, что они классные, актуальные. Высоко над землей не летят, не будут пароходы. Высоко над землей не дышит. Не дымят и не дышат костры. Но может быть, я знаю, что есть они. И тогда они как огни. Высоко над землей нет пламени пожаров. Высоко над землей есть небосвод. Я знаю, что есть он. И тогда он останется цел. Понравилось, очень здорово, прекрасный сет, разнообразные песни, и правда, и новые хороши, и предыдущие хороши, и вообще ты молодец, приходи к нам еще, я тебе вручаю сертификат участника фестиваля «Диафильмы», и для тебя приготовила номинацию, в которой ты победил, «Актуальный взгляд на мир». Спасибо тебе за участие.